Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Дмитрий, и мы сегодня с тобой продолжаем играть в Fallout 4. Вот. Fallout 4 мы продолжаем. Мы бегаем по острову, какому-то туманному острову. Сегодня идем по нашему основному заданию, которое мы хотели выполнить. Вот. Идем отсюда, я думаю. Да, от дубильни. Пойдем туда. Туманники называют мутантов, порожденных радиоактивным туманом в окрестностях. Они редко выходят из своей смертоносной мглы. Чего? Туманниками называют мутантов, которые чего-то там... Пёсель что-то нашел. Так, нам чуть-чуть правее, вон туда. Чё-то нашел. Что? Что ты нашел? Что ты нашел? Он что-то нашел, ребят. Вим? Чё ты нашел-то? Аптечку, что ли? Ой. Пёсель, хрен поймешь. Так, так, нам полностью назад. Кстати, а что здесь? А здесь ничего. Так, нам туда, да? Я правильно понял? Меточку держим туда, да. Что ж, ребят, побежали. Тянуть кота за хвост не будем. О. Мои любимые какие-то перестрелки. Кто с кем? Дикий гуль. Против кого? Против супермутанта. Давайте. Ебать. Ты что, дурак? Блин, с этим дробовиком надо прям в упор подходить. Тогда нормально. Чё, замочили этого-то? Слушай, а дробовик-то хорош. Прям дробовик, настоящий дробовик. Да. I'm grand. И сюда. Куда ты побежал? Кинотеатр Райской Пущи. Сигнал пропал. Кинотеатр? Так, здесь я как понимаю все, да? Здесь закончились. Гулим. Мы, интересно, дойдем, нет? А нужно нам место или опять я буду отвлекаться? Слушайте, мне нравится этот, блин. Дробовичок. Садовый гном. Чудо-клей. Садовый гном. Пила. А что здесь за общество садовых гномов? Знаешь, зачем я их беру? Это хлам? Правильно я понимаю? Это же хлам? Садовый гном. Керамика. Да, 6 килограммов садовых гномов зачем ты набрал? Зачем? Не знаю. Мне так приказали духи. Голоса, ребят, в моей голове мне так приказали. Набрать садовых гномов. На самом деле миром, ребят, управляют садовые гномы.
Вот опять же, да, вот какое-то вот разрушенное место, да, но действительно разрушенное, тут ничего нету. Ну, вообще. Ты кто? А, неутомимый траппер какой-то был. Не знаю, какой-то, какой-то сложный мужик якобы должен был быть. Понятно. Он здесь жил. Но здесь и останется. Вот такие здесь места. Просто идешь, просто кого-то встречаешь, просто кого-то убил, дальше пошел. То есть никакой истории, что-то, знаете, вот мне вот это вот не нравится. То есть, не знаю, то есть никаких историй, ничего. Просто идешь, просто кого-то убиваешь. Кто здесь? Здорово. Удильщики. Это кто? О, легендарный удильщик, нам пизда. Поздравляю, ребят, нам пизда. Тут еще легендарный удильщик какой-то пришел. Что я предлагаю? Я предлагаю применить тактику «Быстрые ноги, пизды не боятся». Именно такая тактика самая популярная в наше время. Да. Можно его, конечно, куда-то заманить, этого удильщика. А? Мой любимый светящийся гуль. Где ты? Блять, легендарный какой-то. На нахрен. В лицо получил. Заебали вы. У вас что здесь, блядь, за собрание? Да уйди. Что здесь за собрание? Уменьшено. Уменьшение расхода. Угу. Общество каких-то гулей здесь было. Не знаю. Очень подозрительное. Коробка со шпильками. Сохранимся. Нам вот туда дойти. Так, там есть, что есть легендарный гуль, да, там вот бегает где-то. Это не гуль легендарный, а какого? Ну, поняли. Гномов надо, наверное, будет выкинуть. Снасти. Хренасти. Ох, ебать. Капкан тот поставил, спасибо. Уйди. Бегает передо мной. Че, ебанулся? Уйди, блядь. Не понимаю, где... Куяся, гигантский крапотшельник. Вы че, ебанулись? Это к пиву, ребят. Это маленькие крабики, да? Че, ебанулся, чувак? Ты че по мне стреляешь, блядь, в то время, когда тут гигантский крапотшельник, блядь, бегает? Че? Че, вы ебанулись, что ли, здесь все? Нашел, блядь, с кем воевать. Подожди, а можно это? Подождите. Высокоточное охотничье незначительное замедление время при прицеливании. Это хуйня какая-то, да, получается? There we go. Да-да-да, взять. Вы что, совсем поехавшие? Для правой руки.
А для правой руки что у нас? Для правой руки, а у нас ничего, тут вес 3. Вес 7. Но здесь получше. Знаете, что-то мне это место так не нравится. Наверное, ребят, удивитесь. А кто его убил? Он умер. А кто его убил? Что произошло? А кто его убил? Не понял. Тяжелая броня для туловища. Действительно тяжелая, но радиация защиты не дает вообще. Кто его убил? Или что? Hey. Ну? Over here. Да, блядь, ты тупой, псина. Move here. Here. Сюда подойди. Что, блядь, происходит? Кто его убил? И почему я за него не получил никакого опыта? Для левой ноги. Пятнадцать, да? А это 24, 36, 0. Ну, можно, в принципе. Кто его убил? Может, он на минке какой-то подскользнулся? Блин, что у них здесь, блядь, происходит? Психи. Не, серьезно, психопаты какие-то здесь все. Боевой дробовик, кстати говоря, боевой дробовик стоит. Так, ладно. Это был шок для меня, конечно, ребят. Это был для меня шок. Тут осталось чуть, кстати, бежать. Охренеть, вниз там, конечно, бежать тоже не близкий путь. Кстати, здесь хоть завод есть. Ужасная погода. Лесопилка на озере Эхо. Got it. Чё, я открыл? Ради чего я открыл? Бутылки позабирать? Или гномов? Тут гном есть.
есть, а что я здесь могу тоже полутать? Ни хрена? То есть... Что за Вим, кстати? Что за Вим такой? Предмет, помощь, Вим какой-то, Вим. А, морская тварь реже нападает на вас. Морские твари реже нападают на вас. ОД, ОЗ 600. Характеристики минус 2, ни хрена себе. ОЗ плюс 600. Неплохо. ОЗ плюс 600. Здесь что? Что-то каких-то куча этих всяких. О, кстати, винтовочные патроны. Yes. Ну, такой себе, конечно. Так. Гули отстреливать с помощью этого пистолета одно удовольствие, ребят. С этого пистолета почему-то они крошатся очень сильно. Плюс они характеристики интеллекта. Плюс один характеристики интеллекта. Ну, такое себе тоже. Как я вообще опять же понимаю, легендарных... Легендарных тварей-то очень много, да? Господи. Вы откуда? Вы зрители, что ли? Вы здесь что-то смотрели? Пёсель меня прикрывает, конечно. Прям... Хорошо. Жопа моя в защите. Так. Куча всякого говна, всякие скипидары эти. А чё такого-то суперценного-то я чё-то такого не вижу уже. Кухонные весы. А в кухонных весах чё там? А то мне болтики всякие нужны. Сталь, пружина. Ну, пружина нужна. Ладно. Плитку, провода. А что там на втором этаже? Так. Ну, отойди. Сейчас так, ребята, зачистим. Хотя я не знаю, зачем я вообще сюда пришел, как бы. Мне вообще по заданию в другое место. Sweet. Что здесь в терминале? Воспроизвести запись. Светящийся жирный, кстати. Прям жирненькие. Уменьшение урона от супермутантов на 15, кстати говоря. Неплохо, но защита слишком маленькая. Да и с супермутантами-то мы
Не особо прям часто встречаемся. И все? Жнец. Шанс ошломить цель при ударе жнецом. Ну, блин. Все это такое, ребят. Все это такое на самом деле. Что-то жду, что-то жду. Знаете, что такого классного. Здоровского. Че, я все здесь, все зачистил? Это вообще лесопилка на озере Эхо. Лесопилка. А почему здесь трибуны, кстати? Вот здесь вот. Вот. Это лесопилка с трибунами. А, или лесопилка вон там. Или лесопилка здесь. А здесь тогда что? Трындец, вообще ничего не вижу. А почему здесь трибуны какие-то? Так, ладно, все, пошлите по заданию, надоело. По прямой туда. Надоело, ребят, не хочу. Пойдемте по прямой. Значит, так и будем по этому долбанному туману бегать. Вот опять же, да, вот мы сейчас вот зачистили с тобой практически локацию, да, целую. А чем там нашли? Мусора куча. Хлама. То есть, опять. Я все, знаете, я ищу, может, комиксы какие-то найду. Светящийся удильщик — это плохо. Светящийся удильщик — это, ребят, плохо. Потому что он слишком для нас сильный. Ужасное, ничего не вижу. Кто убил рака-отшельника этого здорового? Вот это мне интересно, потому что я его даже не трогал. А здесь что? Подождите. Что здесь за корабль пиратский? Против гулей прям вот этот вот реальный пистолет прям так хорош. Мне прям так нравится. Просто корабль. Правильно? Просто тайник якобы с монетами. Просто корабль, ребят. Просто корабль. Все, мы дошли, наконец-таки, дочку мы его нашли, наверное. Если здесь синт сейчас на нас не будут укабениваться. Будут. Траппер. That's right, да. Так. Ты где, падла? All right. А может, ее выманили? Трапперы просто. То есть никакие здесь не синты, а трапперы. Жили. И ее выманили сюда. Ну, чтобы там, не знаю, в рабство продать. Довоенные деньги. Так, вы где там? Хераси. На ближних дистанциях я не очень хорош. Не понял. Вообще не попадаю. Что-то мне как-то ствол не нравится. Пистолет, по-моему, даже лучше стреляет. Что-то как-то не поймешь. То есть, такое ощущение, как бы, знаете, на разных, ребят, врагов. На разных врагов разная броня как будто нужна. Точнее, оружие разное. Почему ты не попадаешь? Полази.
Маловато урона, как по мне. Как по мне, снайперки должны ваншотить. Ну, опять же, это игра такая. Не мы такие, игра такая. Я где-то застрял, да. Рефлекторный конденсатор. Подожди, рефлекторный конденсатор. Это, подожди, мы по заданию взяли? А, подожди, а дочка где? Крышка. Подожди, а дочка-то мы... А мы не за дочкой шли? Мы разве не за дочкой шли, ребят? А за кем мы тогда шли? За компенсатором? А дочка-то где? А может, мне надо у тех задания все повыполнять? Тогда они мне скажут, где дочка? Или чё? Или вообще не обязательно это все было делать? Я что-то, ребят, запутался. Я думал, мы за дочкой идем, если честно. Скипидар заберу. Что скипидар дает? Название такое, скипидар. Сталь, антисептик. Ну, антисептик нужен, да. Подождите, а по заданию-то вообще че? Уничтожить вожака. Еще раз помочь... Дополнительно еще раз помочь морячке. Дополнительно. Дополнительно помочь Кэсси Далтон. Помочь жителям Фарл. Но это мы делаем. Прогулка в парке. Поговорить со стариком... Логфелл. А, мне со стариком надо поговорить, наверное, да? Найти караван. Да, мне, наверное, со стариком надо было поговорить, а я, дурак, не поговорил со стариком. Так, вот такие косяки, ребят. Ё-моё. Пойдемте до этого, что ли, до маяка? Давайте заспидраним до маяка. Ребят, туда? Да, далеко бежать, конечно, ребят. Давайте попробуем заспидранить. Ну, что поделать? Я что-то подумал, что мы за дочкой идем. Я думал, здесь лагерь с дочкой. А нам надо со стариком. Нам же точно же баба сказала то, что типа знает, как пройти туда, в деревню этих синтов. Но только старик этот знает. Да-да-да, я сейчас вот вспоминаю, ребят. Изолента, скипидар, дайте. Ну вот, только старик этот знает, как пройти. Какой-то. Кто здесь, блядь? Кто здесь делает такие звуки? Молодой заглот. Пизду. А тут с гулями нормально живете, да? Видимо, да. Мне игра все говорит, что я получил новый уровень. Я этому очень рад. Мне не нравится, я уже сказал, да? Я уже говорил, ребят, неоднократно. Мне не нравится этот остров, потому что очень много тумана, ни хрена не видно. Локации какие-то мертвые, пустые. Здесь кто? Палатки-то свежие. Палатки-то, блядь, свежие. А чьи палатки-то? Непонятно. Непонятно, ребята, чьи палатки-то. Ваш? Ваших палатки, хотел спросить я. Тут же мне прилетел ответ. Да, видимо, это их, видимо, палатки. Ребят, хули вы такие агрессивные? Далеко бежать, ребят, пробежали только чуть-чуть. Там тот, по-моему, сверху, по мне херанул. По-моему, сверху.
Траппер-попрошайка. Мужики, вы это... Вы совсем шельёбнуты? Я просто мимо проходил. Я вот нихуя не вижу, ребят. Вы что хотите делать? Они меня видят в любом случае. Блять, я сохранился. Заебись. У кого-то там толстяк, блять. А, взрыв уже произошел. У кого, блять, там толстяк? У какого долбоеба? Вот у этого, по-моему. Нет? Вы ебнутые, блять. Я не понимаю, где они. Понимаете, вот в чем еще проблема. Есть же графика такая великолепная в игре. Враг-то тебя видит, он тебя через текстуры видит, а ты не видишь его вообще. А почему этого не убило? Они же друзья, точно. Че, это мундюк, блядь, перезарядится? Ты кто, блядь, такой? Ты что тут нахуй делаешь, блядь? Идите все нахуй. Ягай этот какой-то, блядь, пришел, какой-то легендарный. Че вы здесь, блядь, все дел? Это их друг, что ли, или... Ой, бля. Ну, блядь, зайди нахуй. Уменьшение урона от болотников и насекомых. Великолепно. Великолепно, ребят. Уменьшение урона от болотников и насекомых. Что это такое? Тяжелый снайперский карабин. Можешь сохранить, спасибо. Он сюда, я понимаю, не подходит, потому что он не может по лестникам зайти, да? Пиздец. Где этот придурок? Блять, как ты упал-то? Мы шли по прямой дороге. Ты можешь пройти? Там висит рат-олень. Он упирается в рат оленя ножками своими кривыми. Он упирается, ребят, ножками своими кривыми в рат оленя и не может идти дальше. Вот этот дебил, который по нам стрелял. Зайди, блядь. У тебя ножки есть, у тебя ножек нет. Как ты упираешь? Ты же дебил. Ой, стайка дебилов. Ядерный мини-загар. Этот. Не буду толстяк брать, хотя... У меня места нету, да? Но он 30 кило, 500... Ладно, давайте возьмем, сейчас сходим, продадим его. Что там по весу? Да нахуй эти прожекторы ваши. Смысл какой от них? Где это Йогай-то, блядь?
пускай идет сюда. Пускай идет сюда, я ему покажу, кто здесь батька. Козла. Где он? Йогайт. Боится. Куда-то убежал. Так, мы с тобой здесь, да? Нам надо, ребят, это... Да. Мы не добежим сегодня по заданию. Отомстить за мужа. За мужа надо отомстить. Где-то здесь с дедом, вот здесь с дедом, видимо, надо пообщаться. Да, а где этот торгаш? Да-да-да, обмен. Давай быстрее, пиздишь много. Оружие, толстяк нахуй продаем, ребят. Да, за 180, 500, так, а так 180, ребят, вообще ни о чем. Жнец, при ударе ошеломляет, в пизду. Нет, не надо. Выкидной нож наркомана сюда. Гранаты мне нахер столько не надо. Сюда. Одежда. Мишень урона от супермутантов. Пизду. Так. Хлам. Можно сортировать по весу. Масленка 3. Блин, это все бы надо. Давайте так продадим, да. Угу. Пока. Что у нас по весу там получается? Мы немножко освободились, да, 213. Давай с тобой поговорим. Эти инструменты так приятно работают. У меня появилась одна мысль. Давай. Давным-давно здесь затонул грузовой корабль на юге. Я могу разрезать его корпус и с помощью этого металла укрепить наши стены. Они станут неприступны. Нужно быстрее это сделать, до того, как, в общем, скоро. Так, хорошо, легко, вообще без проблем. Грузовой корабль будет сделан. Этот остров нельзя недооценивать. Корабль называется Азалия. Там будут трапперы, злобные ребята. Да насрать. Как размажешь их по палубе, скажи, я отправлю туда свою бригаду. Удачи. Пробойна номер 2. Так, пробойна номер 2. А это, случаем, не там, куда нам надо? На юг, говорит. А, на юг отсюда. Ну, тут недалеко, кстати, ближе, чем до туда. Продолжаем бежать, ребят. Задача добежать сегодня до конца. Ух, какой интересный ствол. Радиевый карабин облучает пули, дополняя баллистический урон радиации. Это оружие особенно эффективно против людей. О, слушайте-ка. Это прикольно. Так, побежали. Насрать, короче. Все игнорируем, ребят. Просто бежим. Ужасный остров, мне он не нравится. Куча идиотов всяких. Каких-то ненормальных. Антирадом, кстати говоря, тоже надо помазаться. Тут тоже какие-то, да, психи сидят. Я правильно понимаю? Ну да, судя. Тут чё вообще? Я Гай Гуль, блядь. Ты кто? Дикий Гуль пожиратель, все, я понял. Там справа тоже кто-то. Тут молодой заглот. Сейчас заглотит. Игра аж подвисла. Так, а нам, да, по правой дорожке можно по этой бежать просто и все. Ох, как хорошо. Ох, как замечательно. Это дорога, да, здесь такая классная?
Ужасный остров, просто ужасный. Вот прям один метр проблем какие-то, один метр и проблемы. Прям вообще не нравится. Сюда, конечно, можно прийти, когда, знаешь, там уже полностью фул прокачан, у тебя все есть. Только, опять же, зачем сюда идти? Триндюлей получать. А песельк наш где? О, бля. Поплыли. Пошел в сраку. Доки, Фридж, Кроуд какого-то. Тут по-любому одни гули, да? Вот что я вот захожу? Вот что-то опять лутать хочу, ребят. Инстинктивно. Инстинктивно. Хочу что-то полутать. У меня ж болезнь. Кто-то где-то... Слышите? Кто-то где-то своими ножками перебирает. Ужасное место, вообще ужасно, болотник. Да. Все, побежали. Пизду. Туда бежим-то хоть? Да, все, практически, так и говоря, добежали. Хреново, когда фаст-тревел у тебя нету. Ну, то есть, именно надо еще их открыть. Так, ОД-шку надо установить. Так, я понимаю, я пришел, да? Хреново они убивают с этого оружия. Вот с этого получше. Вот с этого оружия убиваются получше. Блять, не вижу их нихера. Меня гарпуном, по-моему, ваншотнули. Я так и не понял, да. По-моему, они меня гарпуном ваншотнули. Да. Вот эту вот хуйню меня ваншотнули. Но у него брони-то нету, блядь. У него брони-то нету. Кстати, а мы можем прокачать уровень? Подождите. Вот этот вот. Да, чтобы стимуляторы больше устанавливали. Хорошо. Уровень 30 теперь нужен. У нас есть один уровень. Пиздец. Как воевать? Как жить? Это лазерное оружие их не очень берет. Пиздец. Их минимум четверо там еще. Блять, как ты меня заебал. На. На. Хорош. Так, командира трахнули. Их только, знаете, их только штурмовать, ребят. Пиздец у них броня.
Не, ну серьезно, слушайте-ка. Такие ребята. Уходи, падла. Антирационная кожаная броня для Ленги уменьшает урон от гулей на 15. Херня, на самом деле. Блять, ты где? Выходи сюда. Что у вас, блять, за привычка где-то, блять, прятаться? Рад курица. Пизду. Курица, стой, блядь. Ты же рад, курица. Зараженная. Трындец. Чё, задание-то мы выполнили? Уничтожить вожака. А чё, я не уничтожил? Вожак там, что ли, сидит? Ой, что я могу сказать, ребят? Они жирные. Ведро для сока. Сок какой-то собирали. Явно не березовый. Не знаю, вкусный он, нет у них тут. Трындец. С ними каждая битва, блин, как, я не знаю, как испытание. Единственное, дробовик вот только спасает. Это серьезно. Серьезно так, ребят. Да если бы не дробовик, я бы не знаю, что бы я делал. Так, я знаю, что мне на второй этаж надо по метке. Кексы из болотников кушали. Пес что-то нашел. Что же он нашел? Мясо бромида? Ты где? Скипидар. А, ну вот здесь. Чего? Ты где? Блять. Пёс-то где, блять? Пёсель, ты где? Я ж тебя не вижу. Где-то стоит, лает на что-то. Не знаю. Вообще пусто, ничего нет, ребят. Как бы ничего такого ценного я не вижу. Ты где был-то? Ты где лаял? На что? Может, тут еще выше где-то? Трындец. Военные деньги. Ну и все, здесь больше. А здесь брать вообще, ребята, если так посмотреть, реально здесь брать-то нечего. Вот пришли, да, зачистили целую такую базу, пострелялись, а брать-то нечего. Че? О. Сохранились. Какой-нибудь супер броне там стоит. It's the fog. Ты забрался как-то высоко, тебе не кажется, чувак? Давайте по кругу пройдемся.
еще, блядь, здесь зал. Да. Просто в упор, блядь, я просто на мужика, ребят, теперь беру. Просто на мужика заходишь и все. Таинственная голозапись. Там, по-моему, кто-то что-то какую-то гранату кинул, нет, мне кажется. Да. Hell yeah. При атаке против жонс, с которым начат бой, вероятность попадания используем ват свыше на 5%. Да, там кто-то выебывает снизу. Лунная мартышка. Записка Дугласа. А кто там остался-то? Легендарный угрюмый трэпер. Слышь ты... Да, слушай, там какие-то трэперы приехали. Еще какие-то легендарные, еще какие-то угрюмые. Трэпер ловчий, легендарный угрюмый трэпер. Их двое, что ли, осталось? Подожди, а мы откуда вообще, получается, пришли? Мы пришли как бы оттуда, с дороги, да, получается? Да. Они нас закидывают... Ну их двое там. Так, я что хотел, какую-то таинственную голозапись послушать. Ужасно, мне не нравится. Таинственная какая-то там. Таинственная голозапись. Ну все, я в полной жопе. Проклятый туман. Казалось бы, маяк должен быть... Быть легко найти, но нет, никогда не видел такого тумана. Как долго я дал себе... Как только я дал себе угорить. Откуда я знал, что она может вообще сумасшиться? Я начинаю думать, что там... Что она просто сочинила всю эту историю, чтобы привлечь себе внимание. Убить одного траппера, чтобы отомстить за смерть мужа? На словах-то просто. Только вот теперь я думаю, что зря я вообще сунулся на этот проклятый остров. Черт, кто-то приближается. То есть я не первый, да, кого она сюда вообще отправила. Кстати, вот здесь сундук я не залутал. То есть я не первый, кого она сюда отправила. There we go. Ключ Дугласа от чего? Куда ты? Уехал. А ключ Дугласа от чего? Есть какой-то сейф? Какой-то сейф? Ключ Дугласа. Ой, ну поехали. Пиздец, реально, за одного мужа отомстить, всех трапперов перебить. Да, блядь, дохни. Как-то так, да, действительно. Я тоже считаю, как-то за одного мужа только отомстить. Что это за молниеносный... молниеносный боевой
Уменьшение расхода ОД на 25. Так это уменьшение расхода ОД, если ты стреляешь этим. Как его? Через ватс. А я через ватс-то практически не стреляю. Так что мне это... Надо серию, да, заканчивать, ребят, я думаю. Через ватс-то я не стреляю. Ну, практически им я не стреляю. А чё это за ключ Дугласа-то я взял? Мистер помощник? Мистер храбрец. Так, я как понимаю, все, да? Домой возвращаться надо. Зачищено, ребят. Зачищено. Подождите, вот, ну, зачищено, хорошо. А зачем я взял этого-то? А, ключ-то. Ключ, зачем? Hacking this is beyond me. Средний. Типа, зачем? Где-то сейф я какой-то где-то не увидел. Сейф? Он здесь вообще есть? Может, конечно, к компьютеру где-то какому-то. Может, я действительно где-то на какой-то стене не увидел сейф? Да и знаете, я даже не увидел, насрать. Пошлите. Насрать. Туманниками называют, да, мутантов, порожденных радиоактивным туманом в окрестности, да. Сдаем задание, да, то есть получается мы не первые, кого эта бабка отправляет. Но она поехавшая, мы же знаем. Давай обмен. Да, 400 баксов. Чем мы им можем продать? Коктейли Молотова, пяток. Нет, нахер, не надо, отдаем. Импульсный это отдаем. Тут можешь сказать, что, ой, вот это крутая штука, вот это зря продал. Не знаю, я пока не вижу каких-то проблем. Ослепительные дыры. Но это, конечно, все можно было бы сложить, эти все легендарки, да. Но, ребят, неохота. У нас так там этого говна. Болотником, на секунду, насрать, все, забирай. Супермутанты эти, да, забирай. Харизме тоже забирай. Всю эту шляпу забирай. Принять, да. Так, пока как там держимся. Так, первое. Children of Adam are dangerous. Don't trust them. Дети Атома опасны, не доверяем. Бабуль, я все сделал. Трапперам и убившего твоего мужа покончено. Значит, все. Наконец-то все кончено. Все эти загубленные жизни, все эти долги наконец уплачены. И кто решил сдать отпор острову и отомстить за род Далтона? Ни сын и ни дочь Фар-Харбора. Чужак, человек с материка, ты. Последняя глава дописана, история подошла к концу. Никогда я не думал, что доживу до этого дня. Спасибо тебе. Она больная, потому что она уже кого-то отправляла на эти задания. Пожалуйста. Пожалуйста, надеюсь, мне удастся облегчить твою боль. Не сомневайся в этом. У всякой хорошей истории должен быть счастливый конец, верно? Герой находит сокровище, спасает девушку или садятся на коня и скачут навстречу закату. Хотя я мало старовато, чтобы трястись на лошади, но сокровище у меня есть. Это фамильная реликвия, она в нашей семье уже, дай-ка подумать, минимум одно-два поколения. Теперь уже некому будет его унаследовать, так что я отдаю эту вещь тебе. Остров помнит это оружие. О, да. Теперь им будет относиться к тебе серьезней. И вот,
И вот и все. Это конец. Теперь я могу спать спокойно, зная, что после моей смерти у Далтонов не останется невыплаченных долгов. Да. А теперь иди, моя поезд завершена, но твоя, думаю, твоя только начинается. Крышек 500, кровопускатель. Цель получает 25 от кровотечения. Ага. Ну, спасибо. Ну, оп, тапнули. Вы интересный экземпляр, несмотря на то, что ваши дружелюбные горожане, наши дружелюбные горожане всем силам пытаются вас прогнать, не могу не попросить, не спросить, зачем вы это делаете? Ну, что у тебя с башкой? Что-то с тенями какие-то проблемы, что ли? Ну, ради крышек. Вы хорошие люди, и вам тут приходится нелегко. Помощь вам не помешает. Что, метишь на пост мэра? Если так, мы все это заслужили. Большинство здешних жителей — люди упрямые. Хотя в лепешку ради них расшибись. А вот у Далтонов сначала было и краюхи хлеба не выторговать. Пока один к нам... Блять. Но есть один способ, правда, безумный способ, который можно даже самому упертому здешнему дурню расположить к себе. Какой? Мне бы хотелось, чтобы они изменили свое мнение. Если все сделаешь правильно, то они вообще ко всем чужакам начнут что-то... В былые времена предводители выбирались с помощью так называемого танца капитана. Как гласят легенды, самые сильные, самые суровые и самые безумные претенденты заходили в воду и начинали поднимать к себе чудовище острова. После того, как потенциальный капитан убивал матку болотников или туманника, или кто-то там еще выползет, он звал жителей острова и делился с ними добычей. Если вы так спляшете, капитана вас, конечно, не сделают, но зауважают, конечно. Пришло время стать легендой, да? Что, значит, пришло время мне стать легендой? Что? Ага, обхохочешься. Есть один район, который облюбовали болотники на побережье у дороги Эмметта. Гиблое место. Идите туда и бросьте в воду кусок мяса, любого мяса. Кровь и потроха обязательно привлекут внимание этих тварей. И ждите, я позабочусь о том, чтобы кто-нибудь засвидетельствовал ваш подвиг. Докажите этим олухам, что вы тут не хуже них. Ритуал посвящения. Бросить мясо в воду. Вопрос, а у меня есть какое-то мясо? Мясо, да. Пушки, патроны, сувенир. Берите, пока все не расхватали. Жизнь на краю. Ритуал посвящения. Ну пойдемте кинем что-нибудь. Мясо там. А, я здесь был, здесь жопа. Вот здесь вот. Брось мят. Вот здесь где-то легендарный хрен бродит. Он мне не понравился. Чё, короче, ребят, в следующей серии идем сюда, уничтожить трапперов возле Азалии. Уничтожим трапперов, добежим. Вот. Жизнь на краю, выполнена. Какая жизнь на краю? 20 уровень дали. Я что-то выполнил. Со стариком мы чуть позже будем. Вообще, я пришел вообще за девкой, на самом деле, а в результате тут выполнять какие-то задания бегают. Ладно, в следующей серии мы что, пойдем, да, сюда трапперов, потом сходим, потанцуем, попробуем. И потом пойдем со стариком говорить. Вот. Вот такие дела. А ты тоже торгаш, да? У тебя что тут поторговать можно? Ends, давай быстрей, обмен. А, у него есть тоже какие-то оружия. У него есть костюмы. Вот такие себе здесь. Я так понимаю, ни у кого таких качественных. Шлем развед брони морской пехоты. Вот эти вот, по-моему, вот как раз-таки вот это... Разведпехота, вот это, по-моему, классная штука. Морская пехота. По-моему, да, ребят.
Леху Толшин, боевая броня. По-моему, вот эта вот прикольная штука. Красный летный шлем. Боевая броня. Помощь. Хлам всякий. Вот, в общем, ладно, все, увидимся с тобой уже в следующей серии, там продолжим, пойдем туда-сюда и так далее. Всем до встречи, всем пока.